Танки, артиллерия и авиация. На одном из арктических полигонов Северного флота состоялись масштабные тактические учения подразделения отдельной мотострелковой бригады. Подразделения отработали подъем по тревоге, марш-бросок, выполнили нормативы по оборудованию огневых позиций, организации связи и тылового обеспечения. На завершающем этапе учения мотострелки, используя беспилотные летательные аппараты, обнаружили позиции условного противника и перешли в контратаку. Экипажи танков Т-72, боевые расчеты реактивных систем залпового огня «Град», самоходных гаубиц «Акация» выполнили задачи по подавлению и уничтожению боевой техники и живой силы условного противника. Во время учения было отработано взаимодействие подразделений сухопутных войск и авиации. Подразделение готово выполнить любую задачу в любых климатических условиях, в любой обстановке. Как на учениях, так и в боевой.